Еще посмотрела по выборам на Украине. Ну, я так периодически просматриваю, все выставляю, но вот вы знаете, ну там такая путаница, что я никак не могу разобраться. То есть вот последнее время я ставлю то, что я видела. Вот на текущий момент я могу на 100% сказать, что президентом не будет ни Тимошенко, ни Порошенко. Это я и раньше говорила, что женщина тем более исключена. Вот вы знаете, если бы была Савченко, она бы выиграла бы всех. Это самое. И дальше, значит, что? То есть женщина исключена на 100%. Порошенко исключен на 100%, именно поэтому я видела его единичку, то есть у него только один срок президентства. Насчет Зеленского, вот вы знаете, я что-то ничего насчет него понять не могу в точности. Я скажу то, что я видела. Значит, Трамп спускается по лестнице из самолета по трапу. Дальше, значит, киллер стреляет, потому что ружье вот именно такое, как вот у профессионального киллера. Потом что-то, заваруха какая-то, что-то, нацики бегут. Потом Гитлер ухмыляется. Вот вы знаете, вот вообще сложно что-либо вообще разобрать в этой стране. Очень тяжелая страна. Потом, значит, вижу танки, но танкисты это российские танкисты. В общем, какая-то заваруха, которая, ну, объяснению не подлежит. Поэтому я затрудняюсь, в общем-то, сказать в точности насчет президента. Вот что-то очень много Гитлер будет значить. Единственное, что я могу точно сказать, что это не Порошенко и не Тимошенко.